В Центральной библиотеке Десногорска открылась фотовыставка, посвященная столетию комсомола. В 1973 году строительство будущего поселка Десногорска было объявлено всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Со всей страны сюда стали съезжаться молодые люди, которые построили прекрасный город. Библиотекарь Светлана Шейна собрала воедино фотографии пользователей библиотеки. На них изображено поэтапное развитие Десногорска от первого колышка до того, как город выглядит сейчас. Выставка работает до середины ноября.